Заходя в детский сад, маленькие воспитанники и их родители погружаются в настоящую новогоднюю сказку. На окнах здания сюжеты из любимых всеми мультфильмов «Снежная королева» и «Зима в Простоквашино». У центрального входа оформлена праздничная фотозона. 362-й детский сад – один из участников городского конкурса на лучшее праздничное оформление. Новогоднее настроение в учреждении создавали общими усилиями. Новогодние фантазии созданы руками наших педагогов и родителей для участия в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление», проведенном внутри ДОУ, дали стимул и желание поучаствовать нам в городском смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов и входных зон муниципальных образовательных учреждений. Тем самым постарались создать все, чтобы улучшить внешний облик в предновогодние дни нашего родного Красноглинского района и любимого города Самара. По традиции, к Новому году фасады зданий украшали многие организации и предприятия во всех районах Самары. В конкурсе на лучшее праздничное оформление приняли участие более 300 организаций. Он проводится в два этапа. Сначала соревновались, кто ярче и интереснее раскрасит фасады и прилегающую территорию на районном уровне. Лучшие вышли в городской этап. Районные этапы конкурса проводились в период с 1 по 15 декабря. Победителями и призерами районных этапов стали 117 организаций. И победители – это первое место районных этапов – стали участниками городского округа, который проводится у нас сейчас с периода с 21 по 25 декабря. На городском этапе конкурса жюри оценивало финалистов по нескольким критериям. Световое тематическое оформление, оригинальность и композиционное решение при оформлении витрин, фасадов, входной группы и прилегающей территории. В итоге победителей определили в четырех основных номинациях. Предприятия производственной сферы, сферы услуг, учреждения образования, здравоохранения, культуры и соцобеспечения, внутридворовые территории. Организации победителей конкурса получат памятные награды. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.